18 марта в рамках всероссийской акции «Крымская весна» на центральной площади аула Кашхабль прошла районная акция, организованная участниками театра юного зрителя «Камсит», руководителем которого является Белла Новикова. В рамках акции были проведены флешмоб «Крым. Россия навсегда». Также с учащимися детской школы искусств района был организован и проведен хоровод «Будем вместе». Какой важный день! День воссоединения России с Крымом. Вы слышали об этом? Про крымскую весну знаете? Если кто-то не знает, мы сегодня вам немножечко расскажем. Позвольте, сегодня особенный день у страны. Историческое событие, которое произошло несколько лет назад, заставило вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества России. Крым – это Россия. Россия – это Крым. Вместе и навсегда. Сегодня у нас проходит акция «Флешмоб», «Хоровод», помощь всем мирным жителям, всех, кто за дружбу, за нашу славную, могучую страну, Россию, за нашего президента. Вы с нами? Да! Отлично! Помашем! Ура! Ее не выбирают, как и мать. Ее приобретают вместе жизни. Нельзя ее забыть и потерять. Вырастает в сердце навсегда отчизна. Какой бы ни была ее судьба, я из ее руки не выну руку. И как тяжела ее борьба, но вместе принимать и боль, и муку. Народ услышит зов. Почтен, соединили Крым с Россией. Спасибо. Мир и дружба наших народов заслуга. За правду можем гордиться собой. Люди, скажем спасибо друг другу. Будем вместе с нашей великой страной. А сейчас мы призываем всех вас присоединиться к нашему хороводу за мир, за дружбу. Спасибо за то, что у нас мирное небо над головой. И мы всегда с теми, кому нужна помощь. И вместе с нами. Почувствуйте, что мы единая сила. Мы одна огромная, могучая страна. Нам не страшны любые преграды, любые войны. Если мы всегда вместе, то мы огромная сила. И все вместе. Россия – сила! Россия – сила!